Добрый день, скажите, пожалуйста, Хенсель с новинками в этом году на фотофорум? А как же? В этом году Хенсель представляет три новые модели моноблоков. Вы их можете здесь посмотреть. Они обновили свою линейку. Вместо одного стандартного моноблока Хенсель Эксперт Про. С этого года три модели, чуть попроще, средняя и подороже. Совершенно некоторые приборы с совершенно уникальными характеристиками. Например? Например, есть чудо, современные чудо-приборы Хенсель Эксперт Т500 и 1000 джоулей, который обладает уникальными свойствами. Он обеспечит очень короткий импульс до 1/66 секунды. Это уникальные характеристики. Глубина регулировки вместо стандартных до 1,32 до 1,128 диафрагмы. Кто понимает, поймет, о чем я говорю. И очень быстрая скорость перезарядки. 500-джоульный прибор перезаряжается со скоростью 0,8 секунды. На что особенно нужно обратить внимание посетителям? Именно этот осветительный прибор, это и есть уникальность. Это то, чего никогда не было, и... Собственно, отсутствуют какие-либо конкуренты у данного оборудования.